скажете, а что трёт? Уже крыша поедет, слышишь? Еще раз говорю, дайте я сам в порядок приведу. И потом, знаешь, скажу, что... Ты понимаешь, она вам психику сломать пытается, что она хочет, чтобы я с вами сейчас пересёкся. И меня тем самым ебануть, чтобы вот разбился. Ну вот, соответственно, крыша поехала. Причем я их разъебенил бы потом, я их не учитывал бы, сделал бы сейчас. Она меня такого орала, что ты что, хочешь потом? Что ты их сразу разъебил? Вот просто по поводу ее прогона. Не то, что я ей угодно, просто я ее. Сейчас начинается. Далее говоря, значит, если по поводу вас, она вот так вот себя ведет, нахуй послали, знаешь, что же мне просмотр. Потом мне все равно, видишь, как напомнил, что я...